И начало четвертой. Я для записи специально. Это кастомка в игротеке. Просто каждый раз перед, в начале каждой записи я об этом говорю, потому что каждый раз кто-то заходит и спрашивает, что это? Это StarCraft, пацаны. Я не очень тихо говорю, а то мне громче не смогу, а то разбужу всех крутой бабушки. Гляв никого вас не подведет. Блин, а может быть здесь поставить им какую-нибудь только авиацию, экономическое развитие. Экономическое развитие, авиация. Блин, авиацию, наверное, я зря выбрал. Наверное, зря. Вопросов 10 миссий оригинала и 80 дополнений Брудвара. Ох, жесть. Это сильно. Чатик, давайте плюсанем стрим на СКДТВ. Тех, у кого там есть аккаунт. По возможности вы можете делать это каждый день. Хардония. Primary Nexus. Вау. Воу, как красиво. Блин, в мультиплеере такой плавности нет, как здесь. Пацаны на СКДТВ, приходите на стрим почаще. И в избранное не забывайте. Я плохую миссию выбрал для авиации. Стал плюсовать. Но там больше даже не плюсы нужны, а фут в чате. Чтобы люди общались именно в чате. Накрутки общего рейтинга. День у меня там вообще, наверное, там экспириенс есть, который накапливается. Смотрите на двух темпларов. Ну какой же офигенный темплар слева. Боже, у него костюм как, я не знаю, как Эко-паука с Диабой и с чем-то смешанный. Офигенный просто. Не, нет, ну так не сделали. Я могу попробовать в настройках, конечно, тени выставить на ультра, но боюсь, что все равно нет. Опа. Нифига себе. Вот это уже похоже на первый StarCraft. Миок, ты здесь? А как они замаскировались-то? Бионические способности? Кастомка. Ну-ка, посмотрим. Можно сделать пятью мариками. А куда делось двое? Как же классно. Да, я помню. Опа. Так. И какие-то щиты, что ли, ставятся? Псионический щит, смотрите. Да? Да.
А что он блочит? Capacity. Capacity, что такое? Снаряды, я так понимаю, летящие. И музыка. А, она, видимо, с левой стороны, а справа нет. Ладно, пошли вперед. Так, что я должен делать? Search for... А, suitable human technologist. On the go. Устанавливать щиты по максимуму. Подожди секунду. Да. А, за одно нажатие, молниеносно. Я думал, в процессе. Память так жестко. Так, не спамь. Непривычно тихо говорить, конечно. Ух ты. Сейчас ты? КСМ-чи не Голиафа. Они даже похожи. Сейчас жара какая-то будет. Как вам графика вообще? Кастинг. Understood. О, ну-ка. Там какой-то breaking news. Блин, ну как я мог видеть? Я же стримлю целый день. Я эту статью завтра озвучу. Ярон, сдохни. Так, стоп, это же я не в ту сторону бегу. Куда я бегу-то? Ай, да, да. Так, это первый чекпоинт. Боже, сдох. И сдох. Так, сектор 8. А как к нему пройти? Вниз, наверное. Да, наверное. Блин, чё... крошки на коврике. На коврике не должно быть крошек. Так, двойка это D, единичка это V. Ну все, рядом. В принципе, можно вот этим парнем проходить. Неплохо лучше оставить до какого-то другого момента. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо. Да, надо его выманить немного. Блин, он мне сейчас пробьет щиты, я не хочу хп терять. 5 армора. Фига дамаг! 85. Это как-то он медленно хилится. Ай, чувак. Рос ли я вижу рекламу арбалетов? Да, кстати. Не забудьте. Перейти по ссылочке. А если вы смотрите в записи, тоже можете перейти по ссылочке. Давай.
добьем остальных? Вы нюха потратите. А, все. Двойка, единичка. Можно как-нибудь на расстоянии так? Хопа. О, сплэш, это круто. Ой. Это сильно. Я же могу как-нибудь... О, я придумал. Смотрите. Блин, нет, сейчас. Короче, так, так. Мой милый! Делиться надо. Хорош. Это такая длинная, длинное задание. Так, здесь хочешь то же самое заюзать. Кстати, с арбалетом.ру вы можете купить себе классный арбалет. Лук, рогатку. Он классно как палкой бьет. О, а это нельзя как-нибудь поломать, разломать? Да. А где мой зиот? Здесь, наверное, нет смысла их убивать. Ой. Так. А для чего этот проход, если здесь ничего нету? Блин, там может быть что-то полезное. Хотя цель-то у меня другая. Ладно, давайте попробуем. Аккуратно. О, норм. Ой, зелка сейчас ваншотнет. О. О. Тупик. Так, еще одна. Группа. Может быть, я зря сюда иду. Может быть, стоит сразу вниз идти. Когда медичку убиваешь. Прикольно. Так. И получается, я вернулся обратно. Как бы не обратно, а... Оп. Типа проход. Здесь давно. Ой! Да, я так и знал. Я так и знал, что сейчас я там отъеду. Так, урона 80. Блин. Отдался. Одним юнитом проще контроль, конечно. Что это такое? Какой-то просто аптечка банальная. Ай-яй-яй, хпшечка. Он очень медленно блинк кастует. Очень медленно. Наверное, зря я сюда пошел. Но раз я уже сюда пришел, надо забрать. Вряд ли мне туда вторую жизнь. Щит не заюзал. Да не успел. Долго ждать восстановления щитов. Там не хилится, я надеюсь. Так. Ради аптечки сюда идти. Господи. Ладно, хоть хп восстановились. Так, значит, нам сюда. Вверх или вниз? А, вниз. Ждем. Пока он уползет. Надеюсь, компания просто будет веселая. Главное, чтобы она не была слишком окликовая, как у зергов.
Потому что зерга в компании вообще слишком смешная. Даже на эксперте половина миссии просто проходится простым окликом в определенную область. Это грустно. Медика дадут. Типичного. Блин, какой классный звук, оно просто, я чувствую сейчас себя как в детстве. Майк меня почти не пробивает, у меня брони очень много. Я вообще урон не наносит, поэтому только хобаты меня могут пробить. Не-не-не-не-не. Ой, ой. Как дотер, блин, канулся. Мне уже даже хочется в хоз поиграть, где просто вот один герой и четыре кнопки, и нажимай их. Блин, отдал 30 хп. Так. Я уже почти зашел. Главное, что там танков не было. Если хоть где-нибудь будет танк с пехотой, я думаю, что я к нему не смогу подойти в ближний бой никак. Так, тут ничего полезного нет. А теперь вниз. Кнопок может быть 8. О боже мой, 8 кнопок. Как же это много. Как же это много. Все равно ты очень быстро, интуитивно запоминаешь, какая кнопка что делает, когда тебе что нужно. Там блинк или не блинк и так далее. Так, а что вот здесь справа интересно? Так, 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 так. Отличненько. Я как-то на халяву как-нибудь. Ой. Чё я сделал? Нельзя. Что у тебя на экране? В названии стрима написано. Ребят, ну, читайте название стрима. Вы когда в кинотеатр приходите, вы же смотрите на название фильма, которое приобретаете. Что, выполним? Довольно скудный набор скиллов. Ой. Нет. Может, блин, гануться прям под них? О, они стоят хорошо. Может, на пофиг пробежать? Как думаете, пробежим на пофиг? А что произойдет? Вдруг там толпа стоит. Ой, воу. Не, ну в принципе, я пробегу. Если вот здесь не стоит танк с каким-нибудь Tower Defense'ом. Сейчас хп отрегеню. 152 киллса, норм. Я помню, очень долго делал какую-то ачивку, где один юнит должен был убить то ли 40, то ли 50 юнитов разных, ну, в рейтинговом матче. Мне долго не давали. Давай, хилься, друг.
Вот мне очень нравится, что здесь пунктир очень яркий. Старики от танков очень он тусклый. Даже серый немного, а не белый. Он маленький, а здесь вот очень хорошо видно. И камера здесь очень невысокая. Удобно. Тор с КСМ-ками? Да ладно, ты гонишь. Да ты об меня обманываешь. Оп. Я. Даже без блинка. Location of your commander. Да, Джимми забыл переименовать. Я тоже делал тимир. Даже мы когда с Торком играли недавно. Очень давно. Чего? Обратно идти? Get to the main bridge, entrance. Офигеть. Ладно. А чё они за мной бегут-то? Чёрт! Вот этого я не ожидал. Я блинкуюсь просто под мариков. Куда они взялись-то? Кто им вообще сказал, что я здесь? Ладно, 9 хп, это не страшно. Справимся. Так, музычка. О, да, 3 холбата, это сила. Ай! Давно, ребят, не надо. Ой, так получилось, что медики вышли вперед. А, ну хотя. А, нет, чё так? Пипец, персонаж мой завис и не атаковал, не мог уйти назад. А, нельзя было нажимать Б вне зоны. То есть блинк нужно именно нажимать перед собой на расстоянии прыжка, а дальше нельзя. То есть он как оклик не работает. Танцы через них, ага, и напороться на новых врагов, да? Блин, 53 хп. 53 хп. Слушайте, я так долго буду идти. 25 минут уже, офигеть. Как думаете, я сдохну, нет? Я думаю, да. Ладно, я постараюсь очень аккуратно. О, клево, мародеры расщепляются. Записи всех миссий я выложу, естественно, завтра. То есть сегодня. Слушайте, а как мне туда идти-то вообще? Я так понимаю, вот эти ворота откроются, да? Нет? Чуть шарит. Здесь что-нибудь откроется, нет? Да не, вряд ли. Щ.
скотина выхиливает быстро. О, хорош. Им ДПС. Где был танк? А я не помню, где был танк. Не, лучше вперед не блинковаться, как что с сталкерами, что здесь. Хотя под эту музыку еще никто не проходил эту кампанию StarCraft в мире. Проще одним ударом убить сразу обоих, чем тратить. Хотя можно, да. О, хорош! Зачем медик пошел внезапно к Марику наверх? Там же ХП у всех были полные. А может и нет. Фиг его знает. Оп! Давай, давай, по одному. Обожаю, блин. Вот именно анимация с моего скачка очень классная. Так, ну что, беремся. Вот здесь что-нибудь опять. Стоп. А, правильно. Надеюсь, она откроется. Еще раз закроется, и меня убьют. Ага, нет. И? Блин, они еще далеко стоят друг от друга. Оп. Давай, 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 давай. Уже буквально через один поворот. Так, 100 хп. Ой. Они со стимпаком, что ли? Это не быстрые. Mission complete. Сейчас просто дают реально Тора здесь с КСМ и кайди его до начала этой карты. О. Целая карта, мини-карта открылась, вы видели? По-моему, эта миссия на часа на два. Не меньше. Так, ну здесь вроде заставок никаких не будет. ОМГ. Это что? А... Так, имплант. Метер, бомб. Target sites. Будь замеченным. Так. Быть замеченным. Сохраниться нельзя? Нельзя. Так. Просто пробежать нельзя? И как-то по-хитрому надо, я же дарк. Какая-то очень беспалевная миссия. Стоп. Быть замеченным. А как можно пройти мимо Зилота?
просто мимо. Я же невидимый. Меня заметили. Обивок нету. Поднимите, нет обивок ударка вообще. Вот, смотрите. Видите, панель пустая абсолютно. Офигеть, звуковижн. Во-во-во, он теперь что? Он теперь ходить начал? А, короче, что-то багануло, они до этого не ходили. Теперь они начали ходить. А, как мне, собственно... Понял. Оп-о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 п. Вот это... А я... Почему я обнаружен? Так, стоп. Минуточку. Немного странно, у него пунктир появляется. Вот непонятно, обнаружит он тебя в этот момент или нет. Ну, допустим, сейчас, смотрите. Так. Потом вниз и дальше. Ясно. Жесть. Ты просто спелся. Это у меня ощущение, что я не успею. Так, давай, закладывай свою личинку. Складывай, точнее. Я же не сходил туда! Блин, дебило, кусок. Что делать, обратно что ли идти? Ладно, вы издеваетесь. Зачем? Какой черт мина? Не нужна никакая мина. Сейчас спалю. Спалюсь по-любому в каком-то моменте. Дурацком причем. Опа, я и это не взял, что ли? А, до этого просто она с мини-карты почему-то пропала. Прем, блять, у меня нет премов. Надо купить. Я сегодня хотел, завтра куплю. Так, сделал уже. Почему не сделал-то? Как не сделал-то? Она глаз в прошлый раз. В прошлый раз и Зилы-то не двигались. Поэтому имхо я ее поставил. Написано один из трех. Ну-ка, может, постоять подольше надо? Блин, ну хорош. Они абсолютно одинаковые. Здесь горит восклицательный знак. Горит, я не вижу. Ну, смотрите. Здесь есть. Здесь есть. Тут нету. Написано один из трех. Что я делаю не так? Ну-ка, пробежимся, посмотрим. Может, повезет. А, остался один из трех. Обычно... Обычно пишется... Наоборот. Странно, что этот чувак не ходит. И этот не ходит. Оп-о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 п. Какая двойная миссия. В смысле, я невнимательный. Все я правильно сделал.
Для Кенсик время 12 ночи. Как ты думаешь, что может быть, кроме СК-2, быть после 12 ночи? Истологически. Это вообще провода. Надо ОБС на второй монитор повесить. О боже. Они постоянно говорят о какой-то крови. Понять не могу. Ты не читает перевод, что они собираются сделать? Разве брут, а не блад? Я уж совсем сплю. А, блял, пол. А уже крыша вообще едет. Какая кровь. Поздно уже. 8 утра разбудили. Почему прям привязывается к браузеру, а не к аккаунту? Аккаунту? Вроде как. Я тоже не успеваю. Я еще и думаю, как Саласа поставить. Полно, что компания Legacy усвоит, будет на русском. Портреты. Как у меня стоят 3D портреты. Ты не думал, что они просто без анимации? Даже если портрета не 3D, то картинка должна быть с моделью игрока или героя. Просто она не должна двигаться, если 2D. Кажется, ее просто не сделали. Ух. Что в итоге он ему скажет? Пикьютер! У тебя доказательства этому? Нет времени. Анимацию включить? Ну-ка, подожди. А, нет, смотри, 2D портреты. Видишь? Стоп. Качество роликов, модели, физика, постобработка. Что, еще миссия? Убей ты его за своей палкой. Слишком эпичная музыка. Две вместе, по-моему.
Я сейчас уснул уже. Эта штука... А, блин. Ну все, закончили четвертую миссию. Жалко, конечно, с переводом трудно. Очень было бы интересно послушать, про что они про все говорят, чего они пытаются добиться. А завтра остальные миссии выполним. Ну, кому понравилось, оставляйте комменты. Хотя, конечно, миссии очень простые, но вот предыдущая третья доставила. Вполне.